Центральная остановка в хуторе Красный Курган. Еще месяц назад здесь собирались длинные очереди из желающих уехать в город или соседние села. По просьбам местных жителей отдел по транспорту и связи изменил схемы движения 112 и 119 маршрутов. Добавлены сообщения между Нижней Гастагайкой с Красным Курганом. Теперь через эти населенные пункты проходит 10 рейсов. Раньше их было 5. А расписание, которое было раньше устоявшееся, оно так и осталось. Мы его поменяли просто между номерами автобусов. То есть как с Красного Кургана была возможность уехать у жителей на 7 утра и на 9-10, так они и уезжают. Дневные рейсы мы, опять же, в связи с многочисленными пожеланиями жителей запустили из города через Красный Курган, потому что большинство жителей уже начинают возвращаться, как студенты, школьники возвращаются уже после занятий домой. И вечером три рейса у нас на 17, на 18 и на 20.00 отправляются из города тоже через Красный Курган. Специалисты отдела по транспорту и связи регулярно выезжают на места, проводят сбор информации, чтобы максимально улучшить схемы движения. Местные жители отмечают, что стало намного удобнее. Сократилось время ожидания. 7 сажусь, 8 я на работе уже, я успеваю. И вечером также я работаю до 5 и сажусь на 6-часовой и еду домой. Вот сюда мы тоже успеваем. Нареканий я тоже вот не слышала ни от кого. Кто-то может сталкиваться с 112 и 119, да, а я вот утром уезжаю с 7 часов, приезжаю с 5 часов. И добавили еще маршрут на 119 вечерний. Это тоже очень удобно для всех. Может, кто-то имеет какие-то претензии, но не я. Спасибо, наоборот. Однако сохраняется проблема переполненности автобусов в часы пик, но ее планируют решить в ближайшей перспективе. Перевозчик намерен приобрести автобусы большей вместимости. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа регион.